Друзья мои, мне очень нравятся экстремальные ситуации, полеты, курки в воздухе. Но когда я раньше работал молодым на традиционной работе, мне некогда было заниматься этими увлечениями. И вот только теперь, после 60, когда я занимаюсь собственным бизнесом, я начал молодеть. Стал увлекаться высотой. Я готовлю себя как духовно к высоким полетам, так и физически готовлю свой организм, чтобы он выдерживал высоту. Я готовлюсь к очень интересному.
разом набираю высоту все выше и выше.